Ребята, всем привет, с вами Полина и игра Обитель Зла 7. Все-таки я решила исправить те настройки, о которых говорила в прошлом видео. Не могу смириться с тем, что очень все темное, почти ничего не видно. Мне это покоя, если честно, не давало. Поэтому я решила, что надо, наверное, исправлять, потому что реально глаза болели даже после такого. Ну а если вдруг вы мне напишите ВКонтакте, что давай исправляй, опять включай это HDR и так далее, то ну ладно, так уж и быть исправлю, но пока я предпочитаю играть с такими настройками. Пусть да, у меня получается уже и все не выкручено прям на самый максимум в графике. Что касается прошлого видео, я так и добралась до Лукаса, попала на его сельскую вечеринку и я ожидала, что я приду, а там будет Зоя, там будет моя жена, там будет Лукас, у них пицца, не знаю, выпивка, еще что-нибудь. Ничего этого меня не ждало, меня ждал только телевизор. А в телевизоре Лукас и ничего хорошего он мне не сказал. Он сказал, что он не желает возвращаться к тому, что было раньше, что Зоя не права, что пошли все нафиг, что я могу искать сколько угодно ингредиенты для создания антивируса, кажется, или как там это правильно называется, сыворотка вроде бы. Ничего мне не выйдет, потому что он мне не позволит этого сделать, ну и так далее. Короче говоря, Лукас настроен против меня, а у меня появилась возможность поизучать новую локацию. Давайте это сделаем. Наконец, более светло стало. Мне это очень нравится. Ну, то есть, посмотрим, конечно, сейчас, насколько светло стало. Но надеюсь, что намного светлее. И мне нужно отыскать ключ от той комнаты, которую я взяла на кассете. Точнее, не ключ, а код. Код. Где его искать, я фиг знает. Давайте посмотрим, что мы можем поделать. Так, ну... А так, наверное, слишком светло, да? Но все же это лучше, лучше видеть, что вообще вокруг происходит, чем не видеть этого. Это вообще что за место, а? И повсюду эти туши, фу. И растяжки повсюду. А, растяжки это... Это, видимо, то, что Лукас называет развлечением. Он их подготовил для меня. Наверное, долго старался. Мне его даже и жаль, если честно, с одной стороны. Интересно, он этими тушами не захочет меня свалить? Готовился парень, видно сразу, но я как-то вот его эти старания, вы знаете, наверное, не оценила все же по достоинству. Так, давайте-ка посмотрим, у нас тут ящик. Я его... разобью так, потому что ножа у меня больше нету. Нож мне реально помогал разбивать все эти ящики быстрее, без потери патронов. Но, к сожалению, ножа больше нет. И вот, в общем, надо как-то крутиться. Эту штуковину я не могу прострелить. Я действительно этого сделать не могу. Или это кнопка лифта, то есть, или там должно это все сработать. Так. Ну вот, и закончилось мое место. Давайте-ка посмотрим. А, да, кстати, ничего себе, сколько у меня эпоксидов. Давайте-ка их соединим с травой. И давайте... еще один давайте с порохом соединим. Так, они мне нравятся куда больше. И сильный эпоксид я заберу. Не знаю, наверное, пока не буду его ни с чем соединять, но надо подумать. Я же могу здесь спрыгнуть, да? Черт, пол, как ты был близок к моему лицу. Я так понимаю, у них тут животные раньше были. Блин, как ту растяжку уничтожить? И почему она... Тут, кажется, что-то должно быть, да? Почему она... на такой высоте? То есть, по идее, я ее задеть не должна. Очень странная растяжка. Блин, я не могу на эти трупы свиней смотреть. Ну реально, страшно же. А патронов-то не так уж и много, блин, для пистолета. Вот что делать, а? Что я вообще нашла? Ладно, без разницы. Главное, что нашла. А уж что, неважно.
колонки повсюду. Вот я говорю, его бы эти старания да в мирное русло. Так нет же, людей давай гасить. Интересно, вот он оговорился, что до того, пока отец не встретил Эвелину, ну, они вроде как были обыкновенными людьми, да, без этих их супер-мега-способностей. А, мне вот любопытно, они до этого ели уже мясо людей, или мясо людей они стали потом вкушать? Эй. Я слышала барабаны. О! От гад! Ну... О! Чертов Лукас, ненавижу! Гад, гад, гад! Это что? Батарейка, что-то, что нужно. Спало. Сейчас наверняка со мной Лукас выйдет на связь, да? Наверняка еще эта растяжка сработает. Жаль, что ее обезвредить, но никак. Кстати, а как отсюда вообще выйти, а? А, наверное, доступ к лифту я должна подключить, как бы, да? А, вообще-то, если я вставлю батарею, то я вот вижу провод, он ведет прямо вот к этой штуковине. Которая, наверное, сработает, когда я войду в лифт, возможно. Ладно, что ж, деваться некуда. Что у нас тут? А, почитать, описание, что вообще делать нужно, что искать? Ой, ладно, так, батарея большая, аккумуляторная батарея для использования, вставьте в батарейный шкаф ее. Давайте вставлять. О! Блин, тьфу-тьфу-тьфу, достал, Лукас. Ну вот, все темно. Амбарный бой? В смысле, леди и мальчик? Точнее... Леди Джентльмен. Черт, это что там такое, а? Это я что там такое видела, а? О-о-о-о-о-о, это что? Это что? Что? Что такое, а? Преодолевая житейские трудности? Какие такие житейские трудности? Я, блин, тебя... Развлекаю тебя, тут они трудности преодолевают, житейские. Черт, у меня два патрона осталось. Этому куску чему-то все нипочем. Так, тихо. Ты удивишься еще больше, когда узнаешь, на что я способна. Боже, эти штуки еще и взрываются. Кто-нибудь еще, чувак? Или твоя фантазия закончилась на этом? Вроде все. Блин, Лукас такой клевый, но какой же он злой гений. Просто вот в голове не укладывается. Так, а дальше что? А. Угу, лифт. Толстяк, кажется, отсюда вышел, да? Черт, сейчас опять взорвется, скорее всего. Все взорвется, к чертям собачьим полетит. Блин, там же растяжка. О, господи. Чертов Лукас. Боже, я подумала на тушу свиньи, что это еще один толстяк. Так, сохранение. А куда я, собственно говоря, приехала? Прямиком к Лукасу? Будем на его тусовке вместе веселиться на этой сельской? Эй, а это кто сидит? Я подозреваю, что лучше бы мне к этому чему-то не подходить. Очень напоминает человека. 14.08, ты на очереди? Боже. Вот что значит лучше не пить алкоголь. Что значит ты на очереди? Кто на очереди? Я на очереди? А блин, у меня как бы патронов мало. А
А это еще что такое? Ну вот, выпивка у него, ты выпивал без меня вообще же, что ли? Эпоксид, здорово. Так, тихо, подождите-ка, мне прям вообще не по себе, если честно. Так. Стоп, у меня же есть какие-то клевые сильные патроны, нет? Пистолетные патроны, патроны для магнума должны быть. Черт, мало у меня. Блин, этот человек меня смущает. Если попробовать его поджечь. Как будто ничего ему от этого. Мне кажется, что если я сейчас пройду вперед. Воу, а это еще что? Просто так сюда не пойти. То он на меня сзади ринется. Видимо, нужно нажать. Стейрс? Лестница? А, это лестница. Чувак, ты там как? Ты жив? Блин, неужели я стану таким же чудовищем, а? Еще одна лестница. Помещение. То самое помещение! Чего? И как это понимать? Так ведь я ж код не нашла. А, 14.0. Блин, там был тот самый чувак, которого он сжег? Ужас-то какой, бедный. Я на очереди, то есть он меня сожжет тоже? Лукас, у меня для тебя кое-что есть. Выходи, покажу. А именно, у меня есть огнемет. И я с радостью познакомлю Лукаса с этим огнеметом своим. Мне надо все же вернуться туда, где я была. Мне кажется, я там что-то забыла. Должны же здесь быть вещи, которые бы мне пригодились. Вот. Вот, например, только что места недостаточно. Блин, какие-то толстяки пошли. Я так понимаю, что теперь я буду сражаться с такими товарищами, да? И я от этого, по правде говоря, вообще ни разу не в восторге. А это вот эпоксид давайте смешаем вот с этим. Минутку, сильный эпоксид, пищевые добавки, нервно-паралитические боеприпасы. Чего? Боеприпасы для гранатомета, такие выстрелы поражают нервную систему мощным токсином. Чеси, клёво как. Так, ну я, наверное, могу перезарядиться, да? Слушайте, здорово, здорово. Прям экран дернулся, когда я перезарядилась. Гильза для дробовика. Давайте заберем. Штука нужная. Так, тут точно ничего не оставил. Тут. Интересно, а там что такое? И почему, интересно, не сработала бомба? Я же видела, что там она есть. Как-то это странненько. Тут что-нибудь полезное, да, есть. Все-таки не зря я сюда вернулась, да? Еще один телевизор с проигрывателем, но у меня кассет нет. Может быть, я найду их? Блин, ребята, получается, там реально сидел тот чувак, которого он сжег, да? Я совсем не хочу идти туда, где меня тоже могут сжечь. Да, Лукас был в той комнате, но я что-то очень сомневаюсь, что он все еще там. А мне зачем туда? Чтобы что, чтобы меня заживо сожгли? Цепь вот валяется. У них тут, наверное, действительно загон какой-то был для животных. Блин, ну странное место, не хочу я сюда. И потайная дверь. Странно, почему потайная дверь была... Сейчас. Задолбал, блин. Прям вообще все выкинуть? Вот монетку я оставлю, которая меня защищает. А, от этого, наверное, придется избавиться, потому что... Вот это я тоже оставлю. Все равно, если у меня оружия не будет... Что значит проверка знаний, блин? А когда ты человека заживо сжигаешь, ты тоже проверяешь? В
вообще оборзевшее существо на самом деле, Итан этот. Или Итан-то я, блин, а он как его звать-то, Лукас? Я, впрочем, тоже оборзевшее создание, потому что я пытаюсь истребить целую семью, но, блин. Ну а теперь там можно? Да ты достал! Откуда ты знаешь, что у меня есть и чего нету, блин? Бесит, аж голос сорвала, блин. Но одну монетку я все же оставлю. Какое это читерство, если у меня монетка защиты? Монетки быть. Ой, да откуда ты знаешь, блин, ну монета же в кармане далеко, в самом дальнем углу кармана завалялась. Откуда тебе знать, что у меня есть она? Ну вот здесь темно уже. Что? Как ты там оказался, а? Эй, пусти меня! Гад, блин, постоянно убегает от меня. Ну вот, тут так темно, что вообще ничего не видно. Боже. Этот робот, он весь в кровище. И, по-моему, здесь все-таки как-то все поменялось немножечко, нет? Блин, только не говорите, что мне придется сражаться с роботом без оружия. Водичка. Ну, как обычно, да? Свет зажегся. А мы разве уже не играем? Знаю я, блин, чем это заканчивается. Да это себе скажи. Какие такие дети? А почему я свечу зажечь не могу? О чем ты? Какие, блин? Прикалываетесь, что ли? Боже. Черт, с прошлого раза здесь, кажется, все хуже стало, да? Какие такие дети здесь? Блин, чувак, ты меня пугаешь. Опять вентиль там. Блин, это какая-то комната... Ловушка самая настоящая. А вот это было прям как в третьей обители зла. Где какие дети? Так, шарик. Хэппи. Может, надо вбить лузера? Блин, только не говорите, что этот робот мне тоже сделает татуировку персональную. Я не хочу. Сразу лузер, да и все, если, конечно, это правильно будет. Не факт, но вдруг. Окей. Мяу! То есть я реально могу себе вот так вот все это здорово сократить? Просто потому, что я знаю, что зачем идет, да? Но шарик в любом случае взорвать придется, потому что... Блин, что за дети? О чем ты, черт, у меня... Все как-то перед глазами меркнет и бреднет. Воздушный шарик, не надутый воздушный шарик. Так, надо отойти, 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 или глаза закрыть. Чувак, ты серьезно, что ли, попался на эту удочку? Ну, я в шоке от вас. Ребята, вы прикалываетесь, наверное? Как он перо засунул в воздушный шарик, а еще гвозди я еще понимаю, но перо-то как вообще, а? Черт, а зачем мне шар был взрывать, если с этим товарищем мне вообще никак контактировать не нужно? Я даже из бочонка не вынула то, что нужно было вынуть. Заводной ключ. Мне ведь это в сущности не надо, мне просто вентиль покрутить. Ведь меня уже ранили, мне правда все нипочем, мои часы мне показывают, что у меня все в порядке со здоровьем, но блин. Блин, черт, что за дети? Я начинаю нервничать, я не понимаю, что еще за дети? Какие такие дети, господи? Как-то все погасло, да? Опять то же самое. Опять то же самое. Сколько этому торту лет, а? Как ты раздражаешь, блин, чертов Лукас. Motherfucker!
И что теперь делать? Господи! Боже, 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 у меня совсем мало времени. Надеюсь, я успею. А ты, Лукас, что думал, что я не смотрела эту кассету, да? Наверное, лучше как можно дальше отойти. Я тебя расстроила, да? Бедняжка. Я понимаю, ты хотел как лучше, все для меня. А я такая неблагодарная. Чего? Кресло вращается? Тьфу ты, блин. Фу, угарный газ. Кажется, я знаю, где сидел Лукас, когда я только зашла на эту его адскую вечеринку. И вот такой же взорвавшийся телевизор. Видимо, для кого-то он уже был приготовлен. А что за дети-то? Это вообще кто? Мия? Мия! Ты же говорил, что вечеринка! То есть совсем не в том здании, где... Эй! Вот ты любишь поснимать себя, я смотрю. Нет, я жива пока. Да. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. Да уж. А это что? Та самая голова! Боже. Finally. Значит... Лукас действительно был здесь. Карта испытательной зоны. Испытательной зоны? Чего? Жесть! Что еще за испытательная зона? О чем это вы так? Перо я, пожалуй, уберу. А голову, наверное, я тоже могу убрать. Я потом уже в любом ящике могу ее найти. Поэтому да, давайте-ка я верну себе, пожалуй... оружие. Начнем с этого. Слушайте, у меня есть ремкомплект, так? И у меня есть пистолет, который сломан. Давайте, может быть, как-нибудь их воссоединим вместе. Просто я подумала тут, ну, вот у меня есть уже пистолет один, так? Но есть и сломан, и сломанный. Так вот, по идее, зачем мне тот сломанный, да? Зачем мне его чинить? Но вдруг сломанный пистолет... по параметрам лучше, чем тот, который у меня был до этого. Я вот о чем подумала. Точнее, ну, который есть все еще у меня. Так, давайте-ка посмотрим. Ремкомплект, ремонтный комплект для починки сломанного огнестрельного оружия. Содержит ограниченное количество запчастей и сломанный пистолет. Оружие сломано, но его можно починить с помощью ремонтного комплекта. Давайте-ка это сделаем. Так, готово. Пистолет М9 или МИ-9, не могу понять. Относительно мощный пистолет. Он в плачевном состоянии, но вроде еще стреляет. Потрясающе. В плачевном состоянии. Просто замечательно, правда? На 7 патронов. Это вообще как? А можно посмотреть, какие характеристики у них? И что? Ну, здорово, пистолет... Посмотрели, как выглядит. А, характеристики, блин, это какой-то другой пистолет. По-моему, гораздо более клевый, но у него всего 7 патронов. Однако я подозреваю, что он мощнее моего пистолета. Однако же я в этом не уверена, поэтому давайте пока от него избавимся. Так, 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 и давайте-ка посмотрим на ценные фотографии. Может быть, я уже была в одном из тех мест и могла бы найти там что-нибудь полезное для себя. Так, кажется, вот она, ценная фотография. Давайте-ка взглянем. Так. Блин, я не знаю, где это, я не понимаю. А, это фотография. Ну, это... Там, где камин. Я уже была там. Разве нет?
Значит, от этой фотографии точно можно избавиться. Но была же еще одна фотография. Ценная фотография. Может, это она? А может быть и нет, не факт. Да, скорее всего, она. Так, давайте-ка... Монету защиты заберем. Аптечки, естественно, тоже. Эту аптечку тоже. Горелку я забираю. Гранатомет я забираю. И дробовик забираю в том числе. Гильзы тоже, потому что штука нужная. Так, пистолетные патроны забираем. Боеприпасы берем. Топливо для горелки все непременно. Твердое топливо тоже, потому что у меня... кроме... вот этих вот припасов для моего гранатомета, кажется, ничего не осталось. Так, с рукоятка, психостимуляторы, бла-бла-бла. Разделитель, колючий с вороной, нож. Опять разделитель, с днем рождения, древняя монета. Так, ну тут так особо ничего и не осталось, да? Ладно, так, давайте-ка посмотрим на другую фотографию. Туалет! Это же туалет в трейлере, который. А я разве не узнала это место? Так, куда я впаду? Эй! Совсем не туда, куда я хотела, блин. Что делать теперь? Патроны вот зато есть. Как же обратно вернуться-то, а? Блин, только не говорите, что обратно нельзя вернуться. О, здорово, столько патронов. Да, они еще и вскрыты были. Интересно, кем? Неужели Лукасом? Ладно, ребята, я туда не пойду. Я думала, что я могу вернуться в трейлер, но, по всей видимости, пока что никак этого сделать у меня не получится. Ну что ж, ладно. Это что такое, микрофон, что ли? Мини-мини-мини-микрофон? Вот это да. В общем, давайте, наверное, пока будем прощаться с вами и как-нибудь потом увидимся. Надеюсь, что ролик вам понравился. Ставьте большие пальцы вверх, если да. Ставьте большие пальцы вниз, если хотите, чтобы я вернула ту HDR-функцию, которая слепит просто меня. Всем за просмотр, спасибо, всем всего хорошего и пока.